К нам присоединяется Лилия Сидорова, директор одного из лучших модельных агентств России. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. К вам приходят наверняка юные девочки, у многих из которых комплексы. На многих из них не обратишь внимания, когда они идут по улице, а ваша задача сделать из них звезд подиума. С чего вы начинаете? Да, абсолютно верно, что в основном все настоящие топ-модели, они зачастую не видны для обычного человека, потому что это больше типаж натуральной красоты, на которую редко когда обращают внимание. Ну, в жизни люди, да, мы их раскрепощаем. В первую очередь, конечно, это уроки мейка, уроки стиля, уроки дефиле, основы модельного бизнеса, фитнес-диетология. В комплексе, когда они проходят курс обучения по всем этим дисциплинам, да, они узнают, как правильно краситься, да, как должна выглядеть настоящая девушка. Не обязательно, если они будут моделью, да, становятся моделями, просто для себя, как должна ходить. Да. Есть походка подиумная, есть повседневная, в которой мы в жизни обычно ходим. Что вы рассказали про свое агентство и про то, чему вы учите там девушек, это очень заманчиво, потому что и макияж, и укладка, и походка, и диетология. Вообще не помешает девушке в любом возрасте с любым количеством детей и мужей. Но вы, наверное, берете туда только 15-летних, длинноногих? Нет, мы берем в школу абсолютно всех, всех желающих. То есть в нашу школу могут прийти от 15 там, до 30, ну, можно и побольше, да, смотря как девушка выглядит. Вот. Берем абсолютно всех желающих. И дальше начинаем с ними работать. Кто-то хочет научиться красиво краситься, кто-то просто научиться ходить на каблуках. У нас есть курсы фотопозирования. Они получают замечательные профессиональные фотографии, которые в дальнейшем они могут и для себя использовать, да, и для аватарок в соцсети. Да. Мы с тобой сделаем так. Смотри, я показываю, потом мы с тобой вместе разучим. Сделаем с тобой несколько шажочков вперед. Встанем на одно бедро, точка. На второе бедро, точка. Доворот. Уйдем с тобой обратно. И сделаем шаг, поворот. И красиво улыбнемся. Хорошо? Давай. Приготовились. И шаг, два, три, четыре. Встаем направо. Сели на бедро. Да, сели на бедро, согнули левую ножку. Ты должна вес тела переместить свою на правую ногу. Да. Взгляд чуть ниже уровня своего роста. Чуть-чуть ниже. Нужно тренироваться дома, ходить на каблуках каждый день. Даже мусор выносить нужно на каблуках. И про себя не забывать и повторять, что я самая красивая. Нужно нести себя, расправить спинку, плечи, ручки должны работать плавно. Никогда не спеши. В обычной жизни одела каблуки, повела ребенка в садик. Красиво, медленно, спокойно. Хорошо? Я желаю тебе удачи. Ты большая молодец, шикарно выглядишь.